Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Более 250 миллионов рублей – такова задолженность в Сургуте по налогам, в том числе и на имущество физических лиц. Несмотря на то, что уведомления об оплате были отправлены горожанам заранее, а крайний срок истек 1 ноября, сургутяне не спешат выполнять свои обязательства перед государством. В итоге налоговикам приходится прибегать к крайним мерам. Сотрудники федерального ведомства напоминают, оплатить налоги на имущество можно как непосредственно в инспекции, так и с помощью интернет-сайта. Адрес портала на ваших экранах. На сегодняшний день мы уже выставили требования об уплате налога, то есть, а мы знаем, чем это чревато далее, то есть это будут уже судебные разбирательства в этом плане. Поэтому пока до этого не дошло, до Нового года есть еще время, в обязательном порядке погасите вашу задолженность. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.